Вашему вниманию команда «Зубры» представит свое видение того, как голова из Руслана и Людмилы отвечает на вопрос, от чего у нас в поселке у девчат переполох. Приветствуем! Тайминг, старт! Поселок! Шестидесятые годы прошлого века. Москва, Лубянка. Молодое пополнение. Добро пожаловать в органы. А где третий? Болен, товарищ полковник. Опять по девкам шляется. Балбес! Ну тогда главным будешь... Вот вам первое задание. Получен сигнал из колхоза «Путь 1 мая». В районе кукурузного поля обнаружена голова. Так это же к товарищам из уголовного розыска. Это не просто голова. Она живая, говорящая и крайне невоздержанная на язык. Товарищ полковник, вас кто-то дурит? Не вас, а нас. Привыкайте. Сигнал проверять надо. У советского человека все должно быть строго на своих местах. А если что-то болтается само по себе, это непорядок. Вы что, серьезно в это верите? Есть объективные показатели. Снижение урожайности кукурузы, потому что колхозники боятся заходить на это поле, а скотина нет. Да, за кукурузку-то нас по головке не погладят. Ладно, сейчас и те времена. Времена у нас всегда. Оттепель, она и есть, просто оттепель. Молодые еще, наивные. А ведь и я когда-то был молод и встретил ее. Если б ты мог понять, как в душе моей ощущение страха свежо. Если б ты испытал то же самое, был бы ты осторожней, дружок. Иные пришли времена, мой друг, и что теперь? Ты думаешь, это весна, а это осень. Иные пришли времена, мой друг, и что теперь? Ты думаешь, это весна, а это осень. Вот так все и было. А теперь я стал товарищ полковник, ясно? Ага. Ага, так точно. Так точно! Может быть свободны, пока. Эх, молодежь, ему учить надо. Мы на месте. Наши люди.
легенда. Мы студенты. Собираем фольклор. И понятия не имеем ни о какой голове. Понятно? Товарищ, а не завалял у вас где-нибудь голова? Позвольте представиться, Кузьмич, местный пасечник. Мы студенты, собираем фольклор, да, документы верны. И по преданиям у вас здесь... Еще предание. Ну, как сказал классик, или взрослый брат мой Черномор, срубил голову мою молодую. Ну, или не очень молодую. В общем, со времен Руслана и Людмилы никаких бесхозных голов здесь не было. Особенно вон там. Схожу-ка я вон туда, проверю. Встречаемся здесь. А я все равно знаю, что все это дом и вымыслы. Так, чем нам сейчас в итоге заняться? Ну, значит, будем ждать здесь, раз попросили. Давай рассуждать логически. Если есть тело без головы, то должна быть и голова без тела. Пошли отсюда. Я бы попросил бы... Чего это они переполох устроили? Вроде нормальные девчонки. Кому как? Да просто вы столкнулись с типичной женской проблемой, называемой «нечего надеть». Кто здесь? Пока вы тут развлекались... Развлекались? Да мы еле выжили! Нас сначала чуть не оглушили, а потом чуть не затоптали! Да. Пока вас тут глушили и топтали, я нашел ее. Ну, точнее, его. А как ты понял, что это он? Может быть, это вообще оно? Вы кто? Вопросы здесь задаем? Мы, студенты, собираем фольклор. Ну, у меня же на плечах не качан, а голова. Я сразу догадался, что вы ребята. Из органов. Но-но, поаккуратнее. А что вы мне сделаете? Посадите? За что? Точнее, на что? А тут по полям гуляет какое-то тело? Может быть, оно от вашей головы? Все, может быть. А вы не хотите его вернуть? А зачем? Я не помню, как я его потерял, но помню, что жить с ним гораздо хлопче. Всякие там чувства, желания. Как сказал великий советский писатель Чехов, в человеке все должно быть. Особенно в нашем человеке. Вообще-то Чехов не советский писатель. Ха! Точно. Антисоветский, что ли? Антисоветский! Кукуруза! Понял. Согласен. Готов к сотрудничеству. Где будем искать тело, которое считается потенциально моим? Ну, вообще, он уехал в сторону девчонок, которые вели себя крайне подозрительно. Но я рассказал, нечего надеть. Как это нечего? Они вроде были одеты. Хотя лучше... Молчать! Ты же знаешь, у нас с этим строго. У нас в стране
Вообще этого нет. Чего этого? Нормальной одежды, что ли? Что значит нечего надеть? Представьте, что сейчас не 67-й год, а, предположим, 2017. С Октябрьской революции прошло 100 лет, и последние 30 мы живем при коммунизме. Поэтому у каждой женщины в шкафу висит куча платьев. А куча это сколько? Куча это 5. Ну, хотя... Нет, пусть будет 4. А наука достигла таких высот, что был изобретен стиратель памяти. Опять нечего надеть. В этом я была в ту субботу на танцах. К этому у меня нет туфель. Это меня полнит, а это такой же, как у Катьки. И тут вы применяете стиратель памяти. Сейчас она все забудет, заглянет в шкаф, а там все платья новые. Сколько новых платьев? Но к этому у меня нет сумочки. Это мне не по фигуре. Это такое же, как у Соньки. А это слишком короткое. Вы озадачены, но решаете попробовать еще раз. Это слишком длинное. Это не подходит к моим глазам. Это такое же, как у Нинки. А это... Мне просто не нравится. Вы в отчаянии хватаетесь за голову. Но если есть чем, рвете на ней волосы, если они на ней есть. Все! Аут! Ситуация представляется мне крайне безнадежной. Да вовсе нет. При появлении на горизонте любого интересного мужчины женщина решает проблему нечего надеть за 30 секунд. Так что пробуйте еще раз. Степанидушка, ну и каков будет твой положительный ответ? Как сказал классик, подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя. Уйди, противный, я в печали. Хорошо, зайдем с другой стороны. Чем меньше женщин мы любим, а я всем расскажу, что ты сделала. А кто меня надоумил? Ирод. Не дождетесь. А где доказательства? А тебя посадят. А мне что воля, что неволя без моего Степана. Знаю, милый, знаю, что с тобой потерял. Себя ты потерял. А давайте что-нибудь повеселее. А давайте. Советские девчата, хорошие подруги, спортсменки, комсомолки, ударницы труда, подруги плана. Мы первые в округе живем, молотим, мы пашем без устали всегда. Советские девчата и после трудной смены кухонными ножами очень весело стучат. Скажите нам, ребята, скажите откровенно, было трудно, наверное, вам без таких девчат окружим вас с любовью, заботой неизменной, и поймете, что лучше на свете нет девчат. Что-то в них изменилось. И явно не в лучшую сторону. А кто у вас секретарь комсомольской организации? Ну, я. И что? Понимаете? Студенты, собираем фольклор. Не было ли у вас тут каких-нибудь легенд о ком-то, у кого кое-что отсутствует, что должно быть там, где надо, но его там нет? Слушай, а почему у них в поселке единственные мужики это мы? Где все остальные? Хороший вопрос. Сейчас выясним. А почему такие красивые девчонки проводят время одни? А вот и не одни. К нам тут кое-кто заходит, но у него не все на своих местах. Главка, помолчи, а то и этого заберут. Так они же вроде студенты. Не верю я им. Каково максимальное значение синуса? А, ну это смотря в каких условиях. Маруська, сама помолчи. Наконец-то нормальные мужики. У них головы откуда надо растут.
Лучше синица в руке, чем три этих журавля. Странная у вас в поселке ситуация с мужчинами. Может быть, у вас наличествует дискриминация по гендерному признаку вплоть до полного геноцида? Да у нас в порядке было с этим геноцидом. А потом гром, молния, как в горах. Все мужики пропали. И появился этот странный, ну и симпатичный. Переполох, кто их поднял с подарана, кто их так встревожить мог. Нынче утром снова появился он, сотник безголовый, тайный окружен. Чем он тебя слушать будет? Отвечать чем? Применю невербальный метод. А это законно? Нет, но в нашем случае да. Ту ночь я ехал к ней, чтобы сказать: любимая, ты ждешь нашу свадьбу уже 20 лет. И вот, я хочу задать тебе один вопрос. Согласна ли ты? Согласна ли ты подождать еще? И тут появилась она с каким-то листком бумаги, что-то бормоча себе под нос. А потом гром, молния, у меня начало сносить крышу и... Мама! Ты на самом интересном месте! Но кажется, мы прочитали его мысли. Вообще-то, по логике, его мысли должны быть там, на кукурузном поле. Скажу-ка я за ними. Не понимаю я. Если девчонки его боятся, то чего же они сами ему на глаза лезут? А он их, ну, в упор не видит. Ну, просто нечем. Это типично женский подход. Какой бы мужик ни был, лишь бы он был. А поподробнее можно? А, пожалуйста. Предположим, что вы очень любите женщин и квас. И вот вы во всю квасите, бегаете за колхозницами и в упор не замечаете вон ту девчонку, которая давно положила на вас глаз. Но она решает, что именно вы ее судьба, а квас и колхозницы ваши милые причуды. И когда вы тихонечко говорите ей без слов, ну, пошла бы ты, она начинает действовать решительно. И вы на крючке. Все. Аут. Так что там с этим телом? Как оно выглядело? Ну, прямо скажем, не Аполлон. Роста ниже среднего. Телосложение тоже. А еще у него было, ну, очень мощное рукопожатие. Ну, это точно я. Скажите, а вы часто пожимали женщинам руки? Ну, обычно я звал что-то другое. Но если вы сами видели, так оно пожало всем руки. Ну, почти всем, кроме одной, имевшей крайне виноватый вид. Она явно в чем-то замешана. А какая она, эта одна? Вот такая. Я понял. Она, это та, про которую нам говорил Безголовый. Говорил? И без меня. А, в общем, у него с ним и у вас с ним... короче, у вас обоих с ней что-то было. Начинаю припоминать. Но не головой, нутром чую. А где у вас
нутро. Сам не знаю, но просто хочу ее увидеть. А чем хотите? Глазами. Хватит издеваться, счастливый обладатель из всех частей тела. Кажется, недавно кто-то был счастлив, что избавился от ненужных частей тела. А теперь мне начинает их не хватать. Это есть. Кажется, кто-то идет. И никакие они не студенты. Почему? Слишком умные. И квасом не интересуются. И за нами не бегают. Ну, почти. А бегают за нашим единственным мужиком. Ты хочешь сказать, что они из этих? Все трое? Нет, из этих. Компетентных. Сами знаете чего. Есть простой способ проверки. Помните, к нам как-то нового директора клуба прислали? Точно, из этих, как их... Из стиляк. Да. Поняли, что надо делать? Поняли! А им, если они оттуда, этого ни в коем случае нельзя! А чего нам нельзя-то? У них не только мужик безголовый, но и девчонки безбашенные. Мы на грани провала! Собраться, тряпки! Идут! Только специально обученные люди. Сами знаете откуда. Пошли, девчонки. Ну? А чё ну? Опять типично женский подход? Конечно. Ну, представьте, что вам нравится вон та девчонка. И вы решаетесь подкатить к ней на своем крутейшем самокате последней модели. Сейчас она увидит мой самокат. Потом меня на него, а потом я приглашу ее в кино. И вот вы нарезаете один круг, второй, а на третьем она не удерживает и говорит: слушай, хватит фигней страдать, давай лучше в кино сходим. А вы ей: какое кино? Ты посмотри, какой самокат! А она только пожимает плечами и уходит. Все, аут. Куда? Нам никогда не понять этих женщин. И не надо. Пора применять грубую силу и брать безголового тепленьким. А ведь он, это я, только без головы, то есть без меня. Как все сложно. Не надо грубой силы, пусть она нам поможет. Та, на которой вы 20 лет не женились? 20 лет? Это сколько же мне лет? А сколько ей? Может быть, ну его это тело. Лучше без глупостей. А то не сносить вам головы. Убедили. Тогда берем ноги в руки и вперед. К слову сказать, без головы опять пошел к девчатам.
Ух, ходок! Ага! Это тот самый тип, который пытался вести нас в заблуждение насчет головы! А вот и нет. Я проявлял бдительность. А вдруг вы какие шпионы? Я дал вам намек. Были бы вы шпионы, вы бы его не поняли. А наши люди, сами знаете откуда, все хватает на лету. И всех. Ладно, бдительный вы наш. Постерегите голову пока, мы пойдем. Эй, вы там, поаккуратнее с моим телом. Мне им еще жениться. Нет, эти люди из города не с добром сюда пришли. А я один. И некому руку подать. Нет, не один. Мои друзья рядом. Жизнь идет, всему не свой черед. Меняются дни, сливаются в годы. Понял я, когда вокруг друзья не так страшны. Шаги уже слышны, близится миг нашей разлуки, разлуки. Я вас не ждал и, конечно, не ждал, но вот вы здесь. Вы далеко в нашей власти. Теперь пустоты в душе моей. Пусть битвы вихрь закружится. Я никогда вам в обиду не дам моих друзей. И вот сейчас все решится. Мы же хотим как лучше. Вы всегда так говорите. А потом получается, как всегда. Не трогайте его! Степан, это ты? Или не ты? Без головы как-то непривычно. Он вас не слышит. Зато чувствует. Не забирайте его. Мы просто хотим приделать голову к телу. Ну, для порядка. Вот-вот, верно все товарищ говорит. Мужик, ты что здесь делаешь? Тебе что сказано? Где голова? Ой, а ты? Закатилась куда-то. Вредитель. Это она, вредитель. Смотрите, что я у нее нашел. Давайте-ка я, как представитель власти. Лидер бодро, гордо бредил. О ком это она? Уж не о Никите, сэр. Ну-ка проверим. О, как-то мне нехорошо. Кажется, голову сносит. Я понял. Сначала ему снесет крышу, а потом он вообще голову потеряет, как этот, безголовый. Держись, друг, я с тобой. У настоящего чекиста всегда должна быть холодная голова. Ты как читала? Как положено, слева направо. Теперь попробуй справа налево. Да, пожалуйста. Лидер бодро, гордо бредил. Да то же самое получается. Кажется, все в порядке. Крыша на месте. А где Степан? Степан! Я вспомнила, как Степанида эту бумажку-то прочла, он-то голову и потерял. А мужики все увидели и разбежались. Да, мы, мужчины, часто теряем голову из-за женщин. Да все он, Ирод. Он сказал, что ты на мне никогда не женишься. И бумажку подсунул с древним приворотным заклятием.
Пойду-ка я к своим пчелам, как сказал классик. Немедленно он ретировался, и лучше выдумать не мог. Вы что, это так оставите? Вы о чем? О якобы человеке без головы? Нет, о том, что мы несколько месяцев без мужиков, и все из-за него. Несколько месяцев. Колхоз работал в... Там этого не поймут. Как сказал великий русский писатель Чехов, честные не лгут, когда не нужно. А, в общем, да. Так, так, так. Сейчас все хорошо. Вам не померещилось. У вас свадьба на носу. Давайте радоваться. Слушай, я тут хочу к одной подходить. А, нет, лучше к двум. А, и мне нужна твоя помощь. Кто, как не ты, разбирается в женщинах? Времени у нас осталось мало. Мужики долго-гляди вернутся. У нас? Давай так. Я тебе помогаю, а ты уговариваешь Степаниду еще немножко подождать. Что-что, а убеждать вы умеете. А жизнь-то налаживается! Товарищ полковник, он виноват, товарищ генерал. Эксперимент по испытанию нового оружия по сносу головы у дейного противника прошел успешно. Голову вернули на место, вся документация у подопытных изъята. Никто ни о чем не догадался, все считают меня деревенским идиотом. Может, для верности применим стиратель памяти? Да, отлично. Разрешите выполнять? Ну что ж, ваша песенка спета. Наша песня и опасна, и трудна. В нашей песне фальшь почти что не слышна. Если кто-то воин дел нас порой, в ноты петь не может. Мы печалься и не трусь, товарищ мой, очень быстро разберемся мы с тобой. В ноты петь поможем. Очередной раз показалось, что нет тех тем, из которых нельзя было бы сделать фонтан, а не выступление.